Привет-привет, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня видео, посвященное топ-10 из каталога Oriflame номер 8. Топ-10 это значит 10 продуктов, на которых я хочу сконцентрировать внимание, это лично мой выбор, то, что я буду предлагать клиентам и рассказывать именно о этих продуктах, чтобы люди делали заказы. Как вы видите, я выбрала несколько продуктов. Их, правда, нет в каталоге, но они аналогичные. Я вам сейчас их покажу и расскажу. И первое, с чего мы начинаем, это будет борьба за подарки, электросамокат и наборы. То есть не наборы, а такие про аксессуары и так далее для пикника. То есть такие аксессуары для пикника. Их будет не очень много, поэтому я рекомендую делать заказ в первые дни каталога, чтобы успеть поучаствовать в розыгрыше подарков. Итак, в борьбе за эти подарки, да, аксессуары, мы можем выбирать любую продукцию из каталога на 990 рублей, плюс каждый раз к этой сумме 990 рублей нужно добавлять два продукта из серии Love Nature. Они будут идти со второй по 11 страницу. Поэтому я это все объединила в номер один, то, о чем я буду рассказывать. И здесь удивительные продукты. Я рада, что нам вернули, вернее, эту серию «Чайное дерево» обновили. И у нас будет масло чайного дерева. Вот это старенькое, то, которое у нас было. А сейчас будет чайное дерево и лайм. И я уверена, что лайм добавит приятные нотки этому продукту, и он зазвучит еще более интересно, потому что у нас чайное дерево, оно имеет достаточно такой резкий аромат, и к нему надо, наверное, привыкнуть, но мне оно очень нравится. Я, в принципе, люблю такие ароматы, и мне он очень нравится. Поэтому первый лот, да, первое место занимает это продукты серии Love Nature. А второе место, я думаю, что будет особенно популярна серия для ног. Это новинка с ароматом, сейчас скажу, манго и женьшень. Манго и женьшень, это будет дезодорант, скраб и крем. Я вам покажу дезодорант, он примерно будет выглядеть так же. То есть такой же объем, я так понимаю, да, 150 мл. И здесь 150. Это прошлая серия с апельсином. Кстати, этот аромат мне совсем не понравился, и он никак не закончится уже очень долго, потому что я им даже не могу пользоваться, мне он не нравится. Надеюсь, что манго и женьшень будет очень круто пахнуть, но сначала закажу парочку на пробу, распробую, потом буду заказывать все остальное. Почему еще этот продукт? Летом особенно актуально все, что касается ног, потому что ноги открытые, все видят наши пяточки, пальчики, и они должны быть, кожа мягенькая, ухоженная, никаких загрубелостей, там, сухих мозолей и так далее, и так далее. То есть ножки сейчас занимают у нас такое активное место, потому что босоножка обнажает, то есть туфелька босоножка обнажила, да, все, и демонстрируем ноги всему миру. Поэтому ноги должны быть красивые и комфортные. Чем мне нравится дезодорант? Тем, что он предотвращает натирание. Когда мы из зимней, весенней обуви, такой просторной, там сапожки, да, ботиночки, мы переходим в босоножечки, в туфельки, где все плотно прилегает и кожа обнажается, то очень часто появляется натирание, мозоли, и это очень неприятно и болезненно. Поэтому дезодорант, он помогает снизить риск того, что мы натрем пяточки там, и пальчики и так далее. Вот, это у нас номер два. Следующее. Я думаю, что будет бомбическим. Я обычно не выделяю ароматы, потому что, как говорят, на вкус и цвет товарищей нет. Я их обычно не выделяю, но здесь мне очень захотелось показать вот эту мужскую серию. У меня пока, конечно, нет этих продуктов. Это два спрея парфюмированных для мужчин. Для женщин уже у нас несколько лет есть спреи, для мужчин впервые. И я думаю, что это будет очень круто, потому что мужчины, так же, как и мы, страдают летом от излишнего потоотделения, от неприятных запахов, и это поможет им стать для нас еще более привлекательными. Поэтому, конечно же, каждая девушка и женщина должна позаботиться о своем любимом человеке, чтобы ему было комфортно, потому что мужчины, как правило, ну, не всегда могут понять, что им нужно. У нас все-таки больше в этом опыта, поэтому мы покупаем для своих мужчин самые классные продукты. Следующая серия, я тоже думаю, что она будет очень популярная, пока у меня ее нет, но будет обязательно. Это серия для волос, новинка, серия Hair X.
защитная крем-сыворотка с эффектом климат-контроля. То есть вся серия с эффектом климат-контроля. То есть вот эта вот жара, солнце, оно сжигает волосы. Чтобы волосы были защищены от нежелательного воздействия вот этого жаркого солнца, хотя я его очень люблю, обожаю лето и жару, но хочется защититься, и чтобы не носить там платки и прятать волосы, шутка, мы защищаем вот такими средствами. Я возьму себе обязательно шампунь, кондиционер и сыворотку. Сыворотку смывать не нужно, это ее огромное преимущество. Вот, обратите внимание, на страничке, какая страничка, затрудняюсь сказать, 83, на странице 83. Далее, что мне очень понравилось, и просто бомбические скидки, это серия антицеллюлитная, да, такая уходовая, профессиональная Optimals Body. И у меня есть два продукта. Это первый продукт — антицеллюлитный гель. Он идет сразу, вот у меня даже еще запечатанный, сейчас открою. Я, кстати, пользуюсь. Я регулярно пользуюсь антицеллюлитными средствами. Мне многие говорят: ты такая стройная, откуда у тебя целлюлит? Ну, целлюлит на самом деле не зависит от того, стройный человек или нет. Он просто, целлюлит появляется от сидячего образа жизни. И вроде бы я много двигаюсь, но все равно. Всю зиму я работала за компьютером, очень много рисовала и мало двигалась. Вот смотрите, у него такие вот шарики. То есть он идет сразу с массажером. Хотя я не могу сказать, что он эффективный. Ну, чуть-чуть он что-то там разбамбливает, да, вот так вот по костяшкам так хорошо. Ну, немного. А особо, я вам могу сказать, не рассчитывайте, что вот этот массажер сделает чудо. Я все-таки рекомендую нанести сначала гель, а потом взять хороший массажер. Или сначала массажером хорошо пройтись по коже, потом по гелю. Как вам комфортно? Мне комфортнее по гелю, потому что массажер скользит, и мне комфортнее прорабатывать всю кожу. Вот, он герметичный, закрывается. Тут, ну, чтобы пошел гель, его надо повернуть. Единственное, помните, да, что это движение, значит, гель пойдет. Закрыли, он уже не пойдет. Все, запечатала. И второе средство тоже с этой же странички. Это укрепляющий гель для груди и живота. Он с такой пимпочкой. Тоже гель прозрачный, даже не буду показывать. Именно груди, живот, все, что у нас открыто сейчас будет на пляже. Да, хочется, чтобы все это выглядело более таким эффектным, подтянутым, гладеньким. И есть такие продукты, которые реально помогают. Но они помогают только при одном условии, что мы это делаем регулярно. То есть, если вы раз в неделю будете носить антицеллюлитный гель и гель для кожи, там, живота и груди, эффекта не будет, чуда не ждите. Это регулярная ежедневная работа для того, чтобы кожа была классной и подтянутая. И 60% скидка очень впечатляет. Я уверена, что эта продукция при правильном ее, да, если вы правильно будете ее преподносить и акцентировать внимание, то ее будут заказывать с удовольствием. Следующее, что мне очень-очень понравилось, это средство солнцезащитное для детей и зубная паста. И у меня есть только зубная паста, я вам ее покажу, зубная паста. И, ну, просто показываю, как выглядят наши солнцезащитные средства. Я вот себе всегда беру лосьон SPF 15, а здесь будет детский. У него объем 100 мл, здесь чуть побольше. То есть специально показываю тюбик, чтобы вы понимали, что тот будет чуть меньше. И тот детский SPF 50. То есть это вообще красота. Почему я вам показываю два продукта? Потому что здесь акция. Можно купить по отдельности. Отдельно зубную пасту, отдельно солнцезащитный лосьон. А можно купить в наборе. И в наборе это всего 669 рублей. Но скажите, красота. Потому что и паста нужна для ребеночка, и солнцезащитный обязательно. Крем используйте. Даже вот прям не экономьте на детках, на своих, пожалуйста. Потому что нам важно, чтобы дети были здоровые. Следующая страничка, целый разворот, это все помады Giordani Gold, роскошная серия. Эта серия стала моей любимой, так выглядит шикарно помады. У меня пока одна помада, и я пока не буду заказывать, я вам обещаю. Я буду держаться, потому что у меня огромное количество помад, и в основном они все новенькие. Очень красивый дизайн, просто роскошный. И у меня помада «Королевский янтарь».
классный цвет. Я очень часто с ней снимаю видео. Мне она нравится, как она лежит на губах. Вчера я с ней провела целый день. То есть даже после... Я ее накрасила утром. После этого был чай, был обед, и она держалась хорошо на губах. Она не стойкая, но держится на губах шикарно. Конечно, если покушать что-то жирное, то да, лучше убрать помаду. Ее, в принципе, лучше перед обедом убрать. Вот. Но так как я ела нежирную пищу, я просто подошла к зеркалу, удивилась, что у меня просто помада идеально лежит на губах. Вот. Что про нее могу сказать? Это антивозрастная помада. Поэтому рекомендуется использовать уже 25+, возраст такой. Вот. Она что делает? Восстанавливает объем губ. И масло виноградной косточки ухаживает, питает, увлажняет. И очень действительно насыщенные оттенки и дает такое атласное покрытие. Прям вот классная помада. Их тут очень много. То есть огромный ассортимент и еще 5 новых оттенков. Ну, это просто красота. То есть каждый выберет себе, что хочет. Я не знаю, вот насколько у вас, но я понимаю, что сейчас идет такая тенденция, что в основном все делают ногти, такие гель-лак, да, покрытие такое долговременное делают, потому что это удобно, это круто. Один раз сделали ногти, посидели там 2-3 часа у мастера, и 2-3 недели вы с этим покрытием можете жить энергичной жизнью. Но я, честно говоря, очень не люблю это покрытие, делаю крайне редко, может быть, даже не каждый год, если только я отправляюсь надолго в путешествие, я делаю, потому что, ну, это правда удобно, потому что все равно лак, он, ну, 4-5 дней, и его желательно поменять. Так вот, смотрите, что выходит у нас новое средство, это для лакоголиков, да, как нас, лакомания у нас название, лакоголики, у нас выходит новое средство, оно прям в самом конце каталога, между лаками. Это средство корректор, всего за 159 рублей. И что нужно сделать? Если вы, например, покрыли лаком ногти, а лежит неровно, где-то полосит, где-то там затек пошел, то вы делаете таким образом. Один раз красите вертикально, один раз потом проходите горизонтально, то есть поперек ногтевой пластины, и потом еще раз вдоль ногтевой пластины. То есть 3 раза вам нужно будет провести кисточкой. 1, 2, 3. 3 движения. И нам говорят, что якобы лак станет выглядеть очень ровным и идеальным. Я не знаю, правда это или нет, но я возьму, попробую. Потом вам расскажу. Вот, кстати, по поводу лаков, тут еще и лаки у нас просто крутецкие. Ну, я не стала их вносить в топ, потому что, честно говоря, трудно выбрать. Каталог правда классный. Вот этот каталог прям бомбический, я так это называю, потому что очень много есть что выбрать для себя. И завершает наш топ. Это туши, 2 туши на последней страничке. Одна опять, не 5, одну, хотела сказать, моя любимая, с эффектом накладных ресниц. И я вам ее покажу. У нее такая серебристая крышечка. О, котик пришел. Серебристая крышечка, такой бордово-розовый футляр. И сама кисточка прикольная. Я отбрала себе синюю. Она очень похожа, ну, по составу, наверное, как тушь 5 в одном. То есть это силиконовая такая вот кисточка, вот даже ее потрогаю, у нее такие ворсинки. Но чем она интересна? А у нее с одной стороны ворсинки есть, а с другой нет. То есть здесь плоская. Вот если вам видно, вот так вот как-то показать. Видите, с одной стороны нет ворсинок, а с другой есть. А она очень круто делает действительно такие ресницы, ну, прям вот распахнутые глаза. Хорошо утолщает, удлиняет. Классная тушь, поэтому прям рекомендую ее взять. Я испачкалась ради вас немножко, надеюсь, вы это оцените, не будете ругаться. Все, вот мой топ-10. То, о чем я буду говорить со своими близкими, с клиентами, при звонках. То есть я буду продвигать продукцию, которая цепляет, которая по бомбическим скидкам, и она актуальна в летний период. Потому что люди берут не сейчас то, что им нужно сейчас, а не то, что им надо будет зимой. Согласны? То же самое и с ароматами, да? Есть ароматы на зиму, есть на лето. Поэтому здесь все очень индивидуально, и каждый выберет по своему вкусу. Рекомендую вам тоже сделать такие вот закладочки, хотя бы 3, 4, 5 на некоторых страничках, которые вам особенно нравятся, прям вы их оценили. И отдавать каталог вот с такими закладками. Поверьте мне, у вас заказов будет намного больше. И еще один лайфхак расскажу. Просто вам просто вот
по дружбе, по огромной, как увеличить количество заказов. Маленький секрет. Открываете каталог и приклеиваете или степлером, или на двухсторонний скотч листик, чтобы он вот здесь располагался. Можно его завернуть, если вы длинный возьмете А4, или можете вырезать по формату каталога. Закрепляете и пишете наверху «Мой заказ». И пишите несколько продуктов, 3-4 продукта, меленько пишите, сколько стоит, то есть что вы себе взяли, итоговая сумма. И можете сами дописать, например, заказ родственницы какой-то или подружки. То есть вот первый заказ, который к вам пришел, вы сюда записываете. Там, например, Аня Потапова, да, написали. Аня Потапова. И написали 2-3 продукта, которые она заказала. Следующий, то есть и вы переписываете вот ваши заказы сюда, но обязательно оставляете место для того, чтобы люди, которые листают каталог, они откроют, скажут, о, а что это такое? Вы говорите, а вы тоже свой заказ сюда допишите, чтобы мне удобно было потом общим заказом я буду отправлять. Смотрите, как это работает. Человек обязательно застрянет на этой страничке, посмотрит, кто что заказывает. Желательно еще указывать, с какой страницы заказ, чтобы человек быстро сориентировался в каталоге и нашел это. Человек обычно, вот все заказы будут повторяться. Вот просто проведите такой эксперимент. Потому что если кто-то это заказал, значит, оно того стоит. Значит, стоит тоже попробовать. И это вот, я не знаю, какой этот эффект, ну, как реклама работает, да, вот что все берут, и я хочу, где очередь стоит, и я за этим встану, даже если мне не надо. Вот так мы устроены, если вы заметили, ну, по крайней мере, большинство людей стараются брать что-то проверенное, чтобы не выкидывать деньги на ветер. Очень редко встречаются люди-экспериментаторы, которые все сгребают, я попробую, не понравится, я кому-нибудь отдам и так далее. То есть все сейчас как-то стараются сэкономить. Поэтому используйте эту фишку. Если она вам понравилась, вы ее попробуйте, напишите потом в комментариях, как у вас сработает этот вот такой лайфхак. По-моему, все рассказала. Смотрите мои видео, я все время делюсь какими-то фишками, как я собираю заказы, какие я использую инструменты для того, чтобы быть эффективной и полезной для людей. Спасибо за внимание. С вас лайк, если видео полезное. Подписывайтесь на канал, оставайтесь со мной. До новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. GoPro, стоп-видео.